Ретроградный Меркурий, поговорим о нем. Дело в том, что ретроградный Меркурий имеет очень сильное влияние на человека, и именно поэтому не стоит игнорировать советы астрологов. Но что же рекомендуется делать в период ретроградного Меркурия? Итак, это самое неблагоприятное время для начала важных переговоров, для заключения соглашений, подписаний контрактов, обращений в суд, для командировок, для начала бизнеса, смены вида деятельности, для диагностики медицинского обследования, для обращения к новым специалистам, для начала новых бизнес-отношений, нового сотрудничества. Когда Меркурий двигается в обратном направлении, бесполезно искать новую работу и что-то новое, как вы поняли уже. Все предложения заработать какие-либо деньги, принять участие в каком-либо проекте, а также выйти на работу, не имеют смысла. И воспринимайте как-то серьезно, неправильно, потому что это все ненадолго и разваливается очень скоропостижно. Не возлагайте никаких надежд и не стройте планов на новые знакомства. Все эти люди очень скоро уйдут из вашей жизни, даже если вы будете прилагать титанические усилия для поддержания отношений. Бесполезно принимать также серьезные решения типа «А не открыть ли мне свое бы дело?» в такие периоды. Меркурий повернет жизнь. И жизнь вернется на круги своя, и вы забудете о своих задумках. У вас просто не будет возможности воплотить подобные планы в свою жизнь. Однозначно можно сказать одно. Все, что решено на ретроградном Меркурии, это 100 раз переиграется и переменится. Такие решения или договоренности как бы пробуксовывают и застревают на одной точке, пока не будут зафиксированы во время прямого движения Меркурия. Здесь хорошо вспомнить фразу: «Меньше времени потеряет тот, кто дважды пропустит свой поезд, чем тот, кто один раз сядет в чужой». Так что ретроградный Меркурий – это то время, когда нужно не торопиться и не бросаться в бой. Не начинать новые дела, лучше расслабиться и пересмотреть все то, что было начато ранее. Пусть ваша энергия будет направлена не во что-то новое, а внутрь. От этого в такие периоды вы только выиграете, услышьте, пожалуйста. Всем отличного ретроградного периода. С вами была Юлия Жукова.